Посмотри, что у меня внутри. Раз, два, три. Сбереги то, что увидишь ты. И сыр, мышь, и ротик открываем немножко вот так, и покажи мне зубки, сыр, хорошо, молодец, так красиво у тебя получается. Видишь? Три. Да. Видишь? Прямо такую же зеленую найди. Зелененькую три найди. Вот. Правильно. Да. Так. Смотри, а вот это похоже на стульчик. Четыре. Четыре, доченька. Покажи. Четыре. Тебе столько. Четыре. Где такая же зеленая? Мама. Зеленая. Тебе. Нет, покажи. Четыре. Это три, а сейчас тебе четыре. Да. Четыре. Где 4, такая же зеленая? Смотри, вот такая же, только зеленая. Только с пять. Такая же. Здесь четыре. Здесь четыре черные. Да такая же зеленая. Найди четыре. Зеленую четыре найди мне. Да. Вот она. Умница. Смотри. И ребро, ладонь. Кулак, ребро, ладонь. Кулак, ребро, ладонь. Кулак, ребро, ладонь. Ладонь, ребро, кулак. Ладонь, ребро, кулак. Ничего страшного, должно быть все потихоньку. Мама, я... Очень красиво уже получается. Да. И у Василисочки тоже. Так. Защити. Смотри, можно вот здесь делать луну или солнышко, можно нарисовать вот так водоросли. Где буковка О? Покажи нам. Найди вот здесь, покажи нам, где буковка О.
Молодец. Скажи, Оля. Оля. Умница. Какую еще букву здесь знаешь? Это какая? У, Э, У, Э, У, Э, У, Э, У, Э, У. Вот и лето прошло, словно и не бывало. На пригреве тепло, только это. Вот так вот комплексами скрепились и поехали в трамвайчике под названием «Жизнь». Она с ебанцу и я кукарача. Вот такой дуэт. Все думаю о тебе, от посадки до полета, что несут они на хвосте. Эти твои самолеты, я вверх, а ты там внизу, белые вороны. Держитесь подальше от тех людей, которые пытаются затушить ваш огонь. Слабые души всегда завидуют, а сильные вдохновляют и поддерживают, помогая вам гореть ярче. Они не голодные, да, доча? А ты пониже чуть-чуть. Сейчас он прожует. Вот, давай ему. А, они сейчас прожуют? Подожди. Вот. Кормите. Какая ты хорошая. Конечно. Что там у тебя? Что там? Мама, я взяла бутылочку, которую я еще дядя дал трубочку. Да? Хорошо. А что у тебя за сок такой? Сок персиковый. Слизкий. Да, такой сок. И как ты думаешь, откуда этот сок? Из Китая. Да, правильно.
Давайте, девочка любимая. Доченьки мои, я вас очень люблю. Все хорошо. Не расстраивайся. Яточка. Дай ручку лошадке, не садись. Василечек, как дела? Хорошо. Нравится тебе? Класс. Еще поедешь? Да, понравилось я... тебе? Да, сейчас мальчик? Ну, хорошо. Давайте, по очереди. Держись крепко, Софишка. Как здорово. Мам, я тоже. Давай. Понравилось тебе, Софишка? Фишка, поедешь еще? На маму посмотри, котенок. Еще хочешь? Да. Ну давай, доченька. Ну давай аж до последней. Дойди. Вот. Вау. Каспела девочка. Повыше хочешь? Да. Ух, как здорово. Доченька, отпускай ручки. Отпускай, Санька. Что это, доча, у тебя? Мяу. Мяу, лапки, да? Да. Ну все, выключай, доча. Угу. Наклеила уже? Да. Угу. Я смотрите, что она нарисовала. Покажи свой блокнотик. Обложку покажи. Угу. Что ты нарисовала, доча? Котики. Ух ты. Котики миленькие. Плоснючие какие. У меня. А вот мой рисуночек. Да. Красивенько. Что ты нарисовала? Что за рисунок, доча? Сердечко. А сердечко для кого? Для мамы. Спасибо, моя любовь. Мысли мои, да? Угу. О любви, да?
Да, мама. Вот это? Скажи, котик. Скажи, киса. Кита. А котик? Котик. Ты моя умница. Приклеим его? Да. Что такое? Очень кислый такой лимон. Скажи, лимон. Лимон. Молодец. Хорошо. Лимон у нас хорошо получается. Так. А вот. А это что? Что это? Софья. Вода. Банан. Молодец. Почему изъявите дядю поцелуй? Это мама. Давай, придумай. Давай, катай. Каша. Ката. Молодец. Миша. Мина. Ага. Лёва. Ива. Отлично. Кони. Здорово!